А? Я сам туда подошел. Конечно. По-моему, ты подходил к нам, ко мне, да? Нет, не подходил. Ну что, нас собралось пятеро. Ты включил, да? Да. Сашу будем бить сейчас или потом? Не трогай, Саня, хороший кореш мой. Приучил меня в свое время к Беломору, вообще, да, блядь. Он хороший человек, он мне однажды помог. Я сказал, собери билеты по 500 рублей хотя бы. Я тебе косарь скинул. Ну. Честно, от души отрывал. Где он? Дай сюда. А? А что ты сказал, подарки? Где твои подарки? Ну вот, я тебе говорю, от сердца нож отрываю. Клянусь тебе, от сердца. О, ножи не дарят, блядь. Да ну у тебя. За него платят. Вот что надо, надо купить его. Чтоб беды не случилось. Да, да, нужна деньга. Копейка, любая. Сука, последние сотни. Не, какое, да, хуя, не надо. Не, мелочь была же у вас какая-то. А, понял. Мелочевка. Любую деньгу. Ах, как им пользоваться? Как хочешь, о, блядь. Хоть банки как-то. Вообще вот так, вообще, берется. Да. Вот так. Ой, мамыч. Вот Медисон, слышь, не, ты был хороший человек, любил мои песни «Остров», Медисон. Он нас будет смотреть. Прости, блядь, Илюш. Сталь хорошая. Илюш, прости, я, кстати, но тебя ёбнут. С вами познакомился. Но тебя ёбнут, Илюш. Глупый человек. Жена от него это ушла. Хорошая Геннадий женщина. Геннадий Герасимович, нужна копейка любая. Понял я, сейчас. Тигр, собака, у вас связь. А вы какого вот рождения? Я? А какого дашь? Ну, судя... Это очень ты долго делал, наколки. Судя, ну, например, самоуверенный, я думаю, 98-й все-таки. Чуть-чуть помладше, нулевой. Нулевой? Нулевой, прям на смешение. Вот я и знал, что дракон. Дракон. Дракон либо тигр, он. Потому что вы знаете свое. Но ты синий глаз, ты какой-то легкий знак. Легкий знак. Какой вот? Нет, достаточно тяжелый, кстати. Ну какой, тигр, что ли? Нет. И он будет только дракон с тигром дружить. Ну ладно, если так посудить, типа 99-й. А, год кота наступал. Нет, ну кот же тот же, год зайца. Год зайца, все понял, хватит баловаться. Так, копеечка, балуемся. Копеечка надо. Балуемся, сейчас, секунду.